канале, и мы с Аленкой встретились, и... Привет! Всем привет, кто смотрит Лёлю. Подписывайтесь на ее канал. Мы встретились, да, мы сейчас сидим в кафе, и мы собираемся уже скоро приступать к десерту. Мы сегодня покушали вкусную пиццу, уже мы были в магазинах и в Роше, были мы в Рибош, и наконец-то мы дошли. Нас, правда, дождик немного сбил, да, Лёль? Ага. С пути меня особенно до тебя, но нас это абсолютно нисколько не пугает, и мы полны энтузиазма и отличного настроения, чего и вам желаем. Но мы еще поснимаем, к вам вернемся. Сейчас мы будем кушать. Да. Вот, кстати, моя пицца. Вот сейчас Аленка открыла одну часть подарка на свой день варенья. Всем еще раз привет. Вот такая вот водичка ПМ. Я уже Лёле говорила, что сначала она мне не очень была, но потом как-то с годами она мне очень полюбилась. И поэтому сейчас с удовольствием смотрю на этот флакончик и радуюсь. Потому что я люблю парфюм. Это, да, одна из моих слабостей. Так же, как и помады мои, тени любимые. Все как обычно. Но сегодня у меня по парфюму. Да, и, кстати, мы еще купили мне водичку от Роше, но потом я ее покажу. Но этот парфюм классный, я его советую и начну им пользоваться уже в ближайшие дни. Вот, также сейчас покажу вам еще кое-что. Вот этот вот дезик. Я его все-таки, да, Лёль, покажу, спасибо тебе большое. Ага. Это дезодорант от Фэм. Мне, кстати, очень нравится, как он пахнет. Вот такой свеженький, как раз вот на лето вообще будет очень-очень супер. Так что я тоже присоединяюсь теперь к тем, кто любит Фэм. Ну, до встречи, мы с вами еще не прощаемся, увидимся. Здравствуйте, все подписчики Лёли и, может быть, кто мои смотрит. Привет, привет. Сейчас Лёля вам расскажет, чего она кушает. Лёля кушает пиццу. Опусти котик на пиццу. Ага. И пицца Лёлю не лезет. Да, потому что мы уже тут объелись, мы уже тут сидим, наверное, больше часа, и поэтому как да, бы мы и Лёля тут уже... Да, Лёля уже ела супчик, и Лёля пила капучинку. Ну и как, тебе все понравилось? Лёль? И все понравилось, и Лёля мучает лёд и ждет, когда же лёд растает. Ага, вот Лёля сегодня выглядит очень классно и по-летнему, так что зацените, да. Наши подписчики. И Алёнка мне да, вот браслетик. Браслетик посмотрели все, и смотрится игрушка. Отлично. И Лёля. И Лёля. Лёля летняя, замечательно выглядит. Вконтакте. Да, Лёля купила себе вконтакте вкусненькие, я думаю, чаи. Да. Вот такой чаёк. И вот такой чаёк. Лёля, ты потом расскажешь. Да, Лёля потом расскажет поподробнее уже дома. Да, сколько в общем... Лёля уделала денег. Да, в общем, мы тут хорошо так погуляли, но мы тогда к вам вернемся, да, Лёля? Да, мы потом еще вернемся. Да, мы еще поговорим. В общем, тут у нас мороженка, и моя никак не слопанная пицца, и мой лед. А тут и Алёнка, да, Алёнка с кусочками ананаса. Со своей мороженкой. Да, вот мы сейчас перешли к десерту. У нас настроение еще лучше стало, потому что вроде как сегодня нашей встречи все довольны, да, Лёля? Да. Всех все устроило, и поэтому мы сегодня довольны, как никогда. Но и как вы видите, да, дорогие наши подписчики, и почти без денег можно быть счастливым человеком. Если ты общаешься с хорошим другом, там, товарищем, которого есть у тебя общий интерес, да, Лёля? Например, да. Так. Вот, но мы сейчас приступаем скоро к мороженке, потому что лето, а летом без мороженки никак. Вот, но так как я еще на марафоне, мне, конечно, надо бы худеть по похудению, может быть, кто-то, если не знает. Вот, но все равно я все это восполню, думаю, потому что мне надо доделаться. Да, и, кстати, мой вес теперь какой мне нужен. Я не буду озвучивать цифры, потому что ни Лёлиным подписчикам это особо знать не надо, ни моим. Вот, но цифры меня уже устраивают, да, Лёль? Ты знаешь, что у меня есть успехи. Да. Вот, мы это, собственно говоря, тоже в том числе отмечаем. Мой предстоящий скоро уже день рождения. Да, да, у меня скоро день рождения, мне будет 29 лет, пока я это не скрываю. Вот, поэтому мы уже вот сидим, отмечаем десертиком. Мы к вам еще вернемся. Давайте тогда увидимся попозже. Пока-пока. А вот это лед в сенче. Лед, ты где? Ой. Лёля только пьет чай со льдом. А у меня чай с чаем. Да. С сахарком. Так что мы сидим, чаем ничем уже. Так мне хотелось зеленого чая, да, Лёля? Поэтому мы решили взять сенчу. Да-да-да. Вот, поэтому мы тут попиваем чаёк, у нас хорошее настроение. Сейчас мы еще согреемся, мы охладимся, согреемся, у нас все как надо. Мы любим необычность, правильно? Поэтому мы вон сидим, записываем, кто-то смеется. То есть вообще супер, да? Да. Но мы еще с вами, как всегда, увидимся. Да. Мы под дождем, точнее мы сейчас под крышей, напротив беседки, где мы снимали с Аленкой ее блог, и вы его увидите на своем канале, на ее канале, ссылка будет на него, даже скорее всего в видео. И вот тут дерево, вон там золотенькая хренотень. Да, на которой, это герб там у нас города Ярославля, Мишка там.
Вот, маленький такой, отсюда его не видно, но он там есть, в общем. Это герб нашего города. Да, это Аленка у нас вроде гида. Да, я сегодня рассказываю, что у нас где. Мы сейчас вот как раз в центре города. Вот здесь магазинчик, который теперь уже кафе. Раньше там было бубной, сейчас он переехал с другой стороны. Мы сейчас, может, туда тоже как-то пойдем, дойдем. Там тоже чуть-чуть, да, Люль, поснимаем? Возможно. Вот, с той стороны. В общем, теперь у нас обувной магазин. Раньше здесь был дом одежды. И самое главное, тем, кто любит мой канал, или Лёлин, ну, в общем, кто любит косметику, там были Лаки Эль Каразо. Помнишь, Лёль, я тебе рассказывала? Теперь их там нету. И теперь у нас в городе только можно по интернету заказать Лаки Эль Каразо. Потому что они там стоили 200 рублей, у них была такая хорошая цена, и можно было их купить. Вот, это то, что касалось косметики. А то, что погода, ну, у нас еще все, еще идет дождик. Вот, то есть у нас вот пока никуда не проходило. Мы тут должны вот так вот стоять, грустить, но мы улыбаемся и мы счастливы, потому что мы еще с Лёлей не расстались. Да, Лёля, у нас еще последний часик нашей гулянки. Давай теперь я тебя поснимаю. Да. Давай, вот как у нас Лёлечка выглядит. Привет. Красиво, и вот на фоне вот этого Марракеша. С усиками. Да, у Лёля с усиками, точно. Вот еще можно тебя рядом с беседкой показать, вот. Такая у нас Лёля, молодец. Настроение хорошее? Отличное, несмотря на дождь. Да, в общем, сейчас мы, может, вам вдвоем в кадре покажемся. Ну, если что, тут можно как-то, да, наверное, будет сделать. Ну, да. Это все вырезать. Попробую, по крайней мере. Да, ну, в общем, Лёля постарается. Но если этого не будет, это еще и лучше, живее, как-то интереснее. Ну, да. Вот мы сейчас вдвоем тут стоим. Сразу будет понятно, что это снимали вживую. Да, по крайней мере. Вот сейчас я вам еще раз покажу вот с той стороны. Вот как это все выглядит. Вот здесь вот эти колонны, да, Люлю, смотри, стоят. Видишь, красиво? Да-да-да. Вот, еще раз вот это сюда. Сейчас на приближение еще поставим. Вот, я Мишку тебе приблизила. Вот его видно чуть-чуть. То есть это герб нашего города. Вот сейчас еще раз вам покажу, как здесь все смотрится. Вот, Лёль, давай. Меня еще чуть-чуть поснимай. Вот сейчас мы пойдем уже ближе по направлению. У нас осталось где-то полчаса, и потом уже надо Лёле уезжать. Да, все хорошее быстро заканчивается, а для нас 5 часов это вообще очень мало, как выяснилось. Вот, но мы с вами, наверное, еще не прощаемся. Ну да, я думаю, возможно, еще что-нибудь снимем. Так. Аленка тут меня решила проводить, мы на Ярославле главном. Да, мы снова здесь. Мы снова тут, и я хочу похвастаться подарком от подарка Лёли. Да, мне вы просто подарили полотенечки, да, которые Лёля изначально не хотела. Лёля их покажет. В общем, да, свои я потом вот покажу. Оранжевенькое. Все видят, да, оно такое классное. Оно оранжевенькое, как апельсинчик. Ассоциация такая, что скоро фрукты. И второе полотенечко моего любимого цвета бирюзового. Если кто-то не знает, это оттенок зеленого. Может, мало ли есть такие подписчики, кто не очень осведомлен в цветах. Но это что-то между зеленым, но светло-зеленым. Ну, да. В общем, эти полотенечки очень классные. Лёля, спасибо тебе и Фраше. Да. Потому что теперь два у тебя и два у меня. Все по половинке мы разделили. Да, да. Вот, это мой подарочек с наступающим, да, скажем так, да, Лёля, днем рождения. Вот, давай иди сюда, я тебя сниму в кадре. Да. Давай. Лёля сейчас у нас на главном стоит, красуется. Такая красотка. Все вот у тебя здесь этот бантик. Бантик. Да, вот это браслетик. Да, брошечка. У нас все есть. У нас есть все сегодня. Все, как мы договаривались, в общем. Да, да, как, кроме сережек. Ну ладно. Засними их меня, мы что ли, в следующий раз. Посмотри на эту юбочку. Лёль, да, Лёлину коротенькую юбочку все посмотрите. Хорошо, меня сейчас не видно. И Ивашевская кофточка. А, еще вот это вот. Да. Вот это надо крупным планом заснять. А что это такое, Лёль? Это стрекоза серебряная с каким-то этим фионитиком. А, сейчас фионитик заснимем. А, вот он посерединке такой вот прозрачный. Вот и Лёля сама красуется. В хорошем настроении. Потому что как раз, когда тебе уезжать, закончился дождик. Да. Вот. Так что вот Лёля сейчас находится у нас на Ярославле главном. И сейчас еще мы посмотрим. Вон туда, наверное, сходим все-таки. Еще там заснимем, да, да, Лёль, фонтанчики? Да, там фонтанчики. Давай фонтанчики нас с тобой есть вместе в кадре, чтобы посмотреть. Вот мы вдвоем сейчас с тобой в кадре. Вот, мы тут находимся, гуляем. Погода прохладная, но уже хотя бы не дождика, что очень нас радует. Вот. В общем, мы вам уже открыли многие секреты, показали уже много чего мы купили. Поэтому отдельное видео, конечно, да, мы снимем, особенно я. Но это будет не очень интересно, но я еще все потестирую, да, Лёль? Угу. То, что ты мне подарила, за что тебе большое спасибо. Вот, и ты потестируешь, может быть, чего я тебе. Да-да-да. Вот, поэтому мы чего-нибудь покажем вам, когда, не знаю. Ну, Лёля, наверное, раньше, как обычно, выложит. Ну да, я сначала покажу вообще весь обзор покупок и подарков. Да, Лёля покажет вам, а потом уже начнет тестировать. Вот, ну давай я тебя еще поснимаю, вот сюда вот вставай. Угу. Вот сейчас на фоне
автобусиков, машинок. Машинок, автобусиков. Выгуливается, выгуливается. Лёля, вы видите редко, наверное, как она гуляет. Надо вам посмотреть, подписчики. Вот, какая хорошая у нас девушка, молодая, красивая. Она сейчас, кстати говоря, стоит на фоне ДК Дом культуры железнодорожников. Я, Лёля, тебе рассказывала, что меня как-то туда даже звали давным-давно работать. Один раз я выступала на Дне железнодорожников, вот я расскажу так краткую предысторию. Я просто спела песенку в караоке, и меня позвали работать педагогом и руководителем, знаешь чего, вокально-эстрадного коллектива в ДК железнодорожников. Вот это вот он как раз. Сейчас еще вместе мы с тобой тут давай постоим. Вот, сейчас там идут молодежь, и не только молодежь. Вот, в общем, мы туда еще сейчас с вами отправимся, наверное, сходим, да, там посмотреть, чего там и как. Ну, пока тогда давайте до встречи. Сейчас на Лёле закончим. Лёля, помаши. Помаши людям. Да, такая красотка. Сейчас находимся мы на вокзале. Сейчас Лёля на фоне вокзала. Да, мы тут перешли. Да, мы перешли. Снова скинули наши сумочки. Да, в общем, сумочки у нас сегодня, да, очень большие. Сзади нас фонтанчик. Правда, слегка прохладно, от фонтанчика немножко холодно. Да, но вот Лёля сейчас стоит, тут куча вообще машин, огромное количество, потому что люди, видать, решили ездить на машинах, да, Лёль? Ну да. Ну чего, давай перемещайся тогда туда, к фонтану, вот идёт. Я к фонтану. Я с тобой иду. У нас тут птичка какая-то ползает. Вон птичка Гуля. Голубь перешёл провожать Лёлю. Вот Лёля у фонтанчиков. Шум воды вам должен слышать. Вот Лёля. Лёля снимает не сама себя. Лёля, ты рада этому? Я рада. Я счастлива. Что ты не сама себя снимаешь? Да. Ну отлично. Вот такая вот. Почти полный рост могу заснять. Во, полный рост. Подойдем еще. На фоне фонтанчиков. Вот они. Наши фонтанчики, вот весь. Сейчас обзор покажу. И к нам с тобой вернемся. Да. Давай к нам с тобой. Вот мы снова тут вдвоем. И снова здрасте. Да, и снова уже скоро будет до свидания. Потому что мы скоро уже будем расставаться. И сегодня мы с вас взяли довольно большое путешествие с собой, да, Лёль, как считаешь? Да, я думаю, что прилично. Потому что основное и кафе мы показали, и как мы в беседке стояли, с тобой от дождика скрывались, мы показали. И мы показали беседку саму, мы показали в центр кусочек. Сейчас мы вам показали вокзал. То есть, я думаю, мы довольно сегодня информативно поснимали, да, ну, в Ярославле? Да. Вот, показали вам окрестности, в Ярославле даже пасмурную погоду красиво, да, Лёль? Да-да. Вот, вообще город старый, у нас больше 1000 лет, и поэтому тут вообще очень даже хорошо. Да, если вам понравилось наше видео, приезжайте в Ярославль, мы вас выгуляем. Да, мы сами тут выгуливаемся периодически, да, Лёль? То Лёля ко мне приезжает, а так мне с моим темпом жизни редко когда удается побывать самой-то на улице с моим темпоритмом. Ну давай я тебя еще на фоне часиков немного, да, пойдем со мной. Вот Лёля идет. Идет. Только в лужу смотри, не заходи. К сожалению, вот иди туда. Да, вот иди вот боком. Я тебя засниму. Вот Лёля идет. Как хорошо задом-то ходить. Да, все, Лёль, стой. Можешь что-нибудь еще сказать на прощание. Ой, даже не знаю, что вам еще сказать. Подписывайтесь на канал Алёнки. И на твой тоже канал. Да, и на мой заодно за компанию. Нет, пишите, вообще на все каналы подписывайтесь. На все каналы подписывайтесь. Пишите эти самые комменты. Ставьте эти самые лайки. Или нет. Или не ставьте лайки. Да, или не лайки. Да, Лёль. Больше проводите время на улице. Да, и тогда давайте до свидания, ну, да? И, наверное, ну, давай вместе тогда. Да. Давай вместе. Чтобы мы вместе с тобой в кадре побыли. Все тогда, всем счастливо, хорошего настроения. Почаще встречайтесь друг с другом. Да, улыбайтесь, дарите друг другу живые эмоции, будьте на улице и обязательно не забывайте про шопинг. Всем удачи и до новых встреч. Пока!